Единственный в России музей фотокорреспондентов открылся в столице Чувашии. Самый молодой музей республики представляет работы фотокоров республиканских районных и городских газет еще с начала прошлого столетия. По словам основателя музея, фотографа газеты «Хипар» Сергея Журавлева, идея создания такого музея возникла случайно, когда на встрече с коллегами встал вопрос, а кто же был первым штатным фотокорреспондентом в нашем регионе? В историческом архиве мне, в принципе, ничего не нашли, но нашли краеведа Алексея Борзова. Вот я познакомился с Алексеем Борзовым. И, в общем, мы раскопали с ним, что первыми фотокорреспондентами, штатными, там много было фотокорреспондентов, которые вне штата работали. И Юрий Антонович Зайцев художник, и Тимкин, там много. Вот. А штатными были братья Костина. Небольшое помещение бывшей фотолаборатории в Доме печати превратилось в историческую экспозицию. Здесь, помимо автобиографии известных фотокорреспондентов Чувашии, их личные вещи – фотоаппараты, фотобумага, увеличители, проявители. Я возьму сейчас фотоаппарат. Вот возьму фотоаппарат. Вот он. Личный фотоаппарат Александра Костина. Рабочий. Пожалуйста. Пожалуйста. Хоть сейчас можно зарядить пленку и идти фотографировать. И, кстати, оптика очень хорошая. Немецкий фотоаппарат 63-го года. Есть фотоаппарат «Москва-5». Вот один из самых древних фотоаппаратов, будем говорить. Это «Москва-5». Тоже рабочий. И принадлежал Юрию Ананчу Ананьеву, фотокорреспонденту телеграфного агентства Советского Союза по Чувашской, Ульяновской и Марийской АССР. В конце 50-х, начале 60-х годов он работал. В музее представлены работы фотокорреспондентов как в газетных изданиях, так и в книжных. Сергей Журавлев продолжает собирать экспонаты для будущего поколения. И помогает ему в этом фотография, история, которую выражают на бумаге. Фотокорреспонденту, к примеру, надо вот из мероприятия изюминку вырвать. Вот, то есть, Сергей Васильев, наш фотокорреспондент из Челябинска, да, как-то он правильно сказал, смотрит все одинаково, но видит единицы. Ольга Лазарева, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.